Друзья, привет всем! Нахожусь я сейчас в Грузии, в Батуми, занимаюсь недвижимостью. Пока о недвижке, снимать видео рано, я пока только начинаю. Но обязательно сниму такое видео, когда уже наберусь опыта. А сегодня будет видео для молодежи, для подростков. Я читаю ваши комментарии, я вижу, как вы просите, чтобы я снял видео для подростков, чтобы я вам дал какие-то советы, и сегодня будет именно такое видео. Так что, если вы школьник или студент, это видео именно для вас. Ребята, обязательно досмотрите его до конца. Перед тем, как мы начнем, давайте расскажу вам немного о Грузии. Я впервые, кстати, в Грузии, в Батуми. Здесь, ребята, очень классно. Очень классно. Здесь вот очень мне нравится климат. Здесь как бы Египет, Карпаты, Одесса, все в одном месте, понимаете? Здесь вот наше море с нашим запахом, не такое мертвое, как на Мальдивах. Мертвое в смысле, что без запаха. Вот, растут пальмы, как в Египте, растут сосны, растет бамбук, как в Китае. Ну, очень мне здесь нравится. Смотрите, все строится, развивается. Короче, классно здесь. Так что всем советую посетить Грузию. Итак, друзья, погнали. Короче, есть такие вещи, без которых вот просто нельзя. Первый совет, который я хочу вам дать, это было у меня. Я вам все рассказываю на своем опыте. У вас должен быть стержень, у вас должна быть цель, у вас должна быть мечта. Вы должны быть собой. Не спешите расстраиваться, да, что это банальный совет. Что я имею в виду? Вы можете бухать с друзьями, вы можете отдыхать, вы можете работать где захотите, но если у вас внутри нету цели, если у вас нету мечты, вы будете пустым человеком, понимаете? То есть я всегда отличался, у меня была моя мечта, я был на своей волне, я всегда был на своей волне. В школе, в универе я знал свою мечту, понимаете? Общайтесь вы, к примеру, со своими друзьями. Ну вообще, что такое дружба в универе, в школе? Что объединяет этих людей? Их объединяет только местоположение и интересы. Все. Если местоположение меняется, интересы меняются, все. Дружба, можно сказать, обрывается. Не то чтобы она обрывается, не то чтобы кто-то из вас плохой, понимаете? Ваши пути просто расходятся. И вот если в компании ваши друзья говорят, ну вот не знаю, что делать, ой, пойду я, наверное, на работу. Ну, я вообще не знаю, чем я хочу заниматься. Понимаете, это уже пустые люди. Но у вас всегда должен быть стержень. Ребята, всегда. Если вы не знаете свою мечту, если вы не знаете, куда вы идете, вы просто дрейфуете. Вы просто серая масса, которая плывет по течению. Понимаете? Я вам не говорю, все, прекращаем со всеми общаться. Все, читаем целый день книги. Нет, не просрите это время за компьютерными играми. Больше тусуйтесь, больше общайтесь, потому что коммуникационный навык очень важный навык. У меня такого навыка не было, поэтому я учился этому в универе. В школьное время у меня такого навыка не было, потому что у меня было все строго. В 9 вечера я обязательно должен быть был дома. У меня до 9 класса, наверное, проверяли уроки. И по коммуникационному вот развитию я немного не дотягивал до своих сверстников. Не то чтобы немного, я много не дотягивал. И компенсировал это все в универе. Теперь второй очень-очень важный совет. В бесполезное время работайте над своей мечтой. Этим я тоже отличался от окружающих. Я вам уже говорил, когда в общаге все там пили пивко и смотрели сериалы, я работал над своей мечтой, я тоже смотрел сериалы, я тоже залипал, я тоже бухал, я вам уже тысячу раз это говорил, но вот самое такое бесполезное время, да, когда нету никаких туз, в зимние, осенние вечера, я сидел и работал над своим каналом, я работал над Ютубом, над музыкальным тогда еще каналом. Ребята, я на Ютубе уже 8 лет, то есть я занимался своей мечтой. Я занимался одним делом 8 лет. И когда люди мне говорят, блин, почему я не могу добиться успеха, я прочел все твои книги. А я ему говорю, а каким одним делом, любимым делом ты занимался на протяжении 8 лет? Каким? Никаким. Полгода то, полгода то, полгода то. Фокус, ребята. Еще один совет. Сфокусируйтесь на чем-то одном. И долбите, долбите, долбите. Работайте над своей мечтой. Вот и все. Потому что школьные годы, те годы, когда ты в институте, у тебя много свободного времени. Подготавливайте себя. Подготавливайте себя ко взрослой жизни.
Я себя очень мало подготавливал. Я вам уже говорил, я тусовался, я бухал, я отрывался. Я ни хрена не читал, ребята. Я только мечтал. Я визуализировал, я расклеивал плакаты красивой жизни, той жизни, о которой я мечтаю, на потолке. Я только мечтал. Я ничего для этого не делал. Вот просто мечтал, смотрел фильм «Секрет», пересматривал, и все. И просто жил на позитиве. Но вам я советую, хотя бы часик в день, каждый день уделяйте своей мечте. Вы не представляете, что с вами будет через 3 года, когда вы вот закончите учиться, когда вы выйдете во взрослую жизнь. Вы так себя прокачаете, вы уже не будете работать на обычной работе. И опять же, к чему я подвожу? Я вам не говорю читать целыми днями, учиться целыми днями. Не забирайте у себя студенческие годы, не забирайте у себя школьные годы. Проведите их с наслаждением, но не забывайте о своей мечте. Никогда не забывайте о своей мечте. Всегда держите ее вот здесь. Всегда отличайтесь. Просто, друзья, большие результаты к вам придут после школы и после универа. Просто когда вы в школе, в универе, вы же отвлекаетесь, да, на учебу, там, на девчонок, на всякие тусовки. У вас нету фокуса, и это нормально. Не думайте, что это ненормально. Я через это прошел. Я начал читать книги, когда уже жил на съемной хате. Вот тогда я начал развиваться. Так что у всех у вас есть время. Это естественный этап. Все мы должны пойти в школу, все мы должны пойти в универ. Это нормально, ребята, это нормально. Никуда не спешите. Все к вам придет в свое время. И вот когда вы закончите школу, закончите универ, когда у вас уже будет какая-то база, вы тогда себе, как я, снимаете квартиру и все. И работайте чисто на себя, работайте над своей мечтой, вас никто не отвлекает, вы ни с кем уже не общаетесь. И вот тогда вам нужно топить, именно в то время. Тогда вам нужно, блин, по 10 часов развиваться, по 10 часов учиться, по 10 часов ежедневно работать над своей мечтой. И вот тогда придут результаты, потому что вы будете сфокусированы, понимаете? Так что не парьтесь сейчас. Я тоже парился, почему у меня нет денег, я же так мечтаю, визуализирую. Но потом я понял, успокойся, всему свое время, ты придешь к этому, ты будешь готов к большим деньгам, когда ты будешь готов. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Первое, не будьте серой массой, не будьте никогда серой массой. Всегда у вас должна быть своя мечта, держите всегда вот здесь свою мечту, это обязательно, у вас всегда должна быть цель. Вы можете общаться с беспонтовыми друзьями, вы можете с ними там отдыхать, вы можете ходить на стройку, как я, вы должны через это пройти, вы должны пройти эту школу жизни, понимаете? Вы общаетесь там с работягами, я не знаю, каждый человек учитель, но всегда имейте свою мечту. У работяг на стройке, к примеру, берите только все самое полезное. Ну что у них может быть полезного? Позитив, да, вот они вечно бухают, они всегда на позитиве. Негатив от них не берите. У каждого человека учитесь. Но вы всегда должны быть на своей волне. Второй совет. Тратьте бесполезное время на свою мечту. Не на компьютерные игры. На свою мечту. Вам должно это нравиться. Вы работаете над собой. Понимаете, это уже ваше дело. Если вы работаете над своей мечтой, это все уже с вами, оно навсегда. Если вы развиваетесь, это с вами навсегда. Вы себя прокачиваете над одной своей мечтой. Нужно сфокусироваться, ребята. Без фокуса успех невозможен. Если вы будете метаться туда-сюда, ничего хорошего не получится. Вы же знаете, у вас много таких ребят, знакомых, да, которые то попробовали. И нигде они не могут пристроиться. Почему? Потому что у них нету фокуса. Они по жизни вот так вот будут, туда-сюда, туда-сюда. Ну и третье, я бы сказал, не обращайте ни на кого внимания. Будьте вот на своей волне и не слушайте окружающих. Не слушайте окружающих. Живите своей жизнью, потому что жить вам, а не окружающим. Вот мне говорят, ты ходишь там в одной кепке все время, ты миллионер, что, не можешь себе позволить кепку? Ребята, я о такой херне даже не парюсь. Вообще не парюсь. Какая разница, в какой я кепке хожу? Одна есть нормальная кепка. Она выполняет свои функции. Зачем мне на каждое видео менять, блин, кепки? Я не фокусируюсь на такой херне. Я фокусируюсь на глобальных целях. Вот почему я добился успеха. Вот почему я миллионер. Потому что меня такие вещи, блин, не волнуют. В какой я кепке хожу, когда я в этой кепке хожу. Вот и все, друзья. То, что меня мотивирует,
Я покупаю себе, например, часы там. Это меня мотивирует, это приносит мне удовольствие. Вот как нужно жить. Со всего извлекайте пользу, со всего извлекайте позитив. Беспонтовыми вещами вы не занимаетесь. И не слушайте окружающих, живете своей жизнью. Вот вам советы. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Все у вас обязательно получится. Вы добьетесь успеха. Не переживайте, всему свое время. Если вы будете идти одной дорогой своей мечты. Если вы будете всегда видеть свою цель, если вы будете всегда работать над собой, успех неизбежен, понимаете? Если вы будете идти одной дорогой. Многие не могут найти любимое дело. Ребята, пробуйте, действуйте. Вы никогда не найдете свое любимое дело, потому что многие не знают, вот чем им в жизни заниматься. Вы никогда его не найдете, если будете сидеть и думать. Делайте, вписывайтесь везде. Пробуйте, делайте все возможное. Кто ищет, тот обязательно найдет. А кто вот просто сидит, не знаю, на диване и думает, вот чем бы мне заняться? Я ничего не могу придумать, уже думаю, блин, полгода. Делайте, и тогда найдете. Я вам уже говорил, подумайте, чем бы вы занимались, если бы у вас были абсолютно все деньги в мире. Если бы у вас были все связи, вот чем бы вы тогда занимались? Если бы вам не нужны были деньги. Это лучший способ найти свое любимое дело. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку, еще больше пользы, еще больше мотивации в моем инстаграме. Подписывайтесь, ссылка в описании. Также подписывайтесь на мой основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подписывайтесь на остальные мои каналы, у меня только полезные каналы. Все ссылки в описании. А если хотите скачать мои аудио себе на телефон или слушать мой канал в аудио формате, подписывайтесь на SoundCloud. Ссылка в закрепленном комментарии. Если это видео было полезным, обязательно поставьте ему лайк и поделитесь с друзьями. Всех люблю, целую, обнимаю. Все у вас получится. Только удача, только успех. Всем пока.